Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЗАП-ТВ. Спонсоры показа – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Мое идеальное нижнее белье – «Интимиссими». «Интимиссими» – роскошное нижнее белье для женщин и мужчин. Пожалуй, лучший подарок в наше время. «Макси». 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В понедельник в столице края будет переменная облачность, ночью температура воздуха составит плюс 11, плюс 13, днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. О погоде это все. Смотрите ЗАП-ТВ и до завтра.